Конечно. Проснуться я могу лишь в сон. Во сне я слышу шуршащие голоса, которые меня утешают. Но мне не удается перетащить их сюда. На границе миров они исчезают. И все-таки один раз, один единственный раз мне удалось перетащить оттуда сюда целую фразу, внятно произнесенную голосами. При этом фраза была такая: окна, шторы вперемешку с ветром. Во сне я бодрствую, упиваюсь любовью, гибну от ненависти и даже принимаю решение. Но, видимо, я устаю жить такой перенасыщенной жизнью, и тогда, заснув, вновь выпадаю в явь, а в яви мне неведомы окна, а в яви мне неведомы окна, и ветер со мной не знаком. Беспрерывный ринг отнимает остатки моих сил, а мне говорят: надо махать кулаками, быстрее, активней, активней, энергичней, целенаправленней. Так говорят они. Кто такие они? Они. Они. Выслушай и сделай наоборот. Надо замедлить время. Надо замедлить время. Просто замедлить, затормозить, свести к нулю, остановить. Это так ясно. Почему я размахиваю кулаками? Потому что токи импульсов, потоки времени дергают мои руки хаотично, с помощью прочных веревочек. Если бы не токи импульса, я пребывал бы в покое, а времени было бы нечем себя проявлять, если бы оно не дергало за веревочки. Время проявляет себя единственно через движение, и других путей обнаружить, осуществить, овеществить, воплотить себя у него нет. Значит, оно зависимо. Значит, оно не всесильно. Более того, если время зависит лишь от одной причины, значит, оно легко уязвимо. Бессильно? Возможно, бессильно. Если я не размахиваю кулаками, меня нет, и времени тоже не существует. Если я не размахиваю кулаками, меня нет, и времени тоже не существует. И времени тоже не существует. Поток времени хлещет с напором, но он обездвижен. Его токи и импульсы, то есть струи этого русла, имеют двойственную природу. Они живые, подвижные, и они полностью мертвые. Надо суметь подставить себя той стороне их природы, где эти струи мертвы. Сейчас он ударит меня, я рухну и буду лежать, не шевелясь. Он бьет, я падаю. И, может быть, впервые праздно, да, именно праздно, смотрю вверх. Раз, громко говорит судья и выбрасывает один палец. Это бывало и прежде, это было всегда. Но прежде я делал попытки встать, ползал на карачках, позволял им брызгать мне чем-то в лицо, приводить чувства, снова калечить, этого больше не будет. Я закрываю глаза. Два, три, четыре. Я погружаюсь в глубины ласковой, теплой воды, телу легко и уютно. Пять, как сквозь толщу реки, телу укромно, в беличьей шубке тело блаженствует под защитой заснеженных елей. Черно-белый, чуть с желтизной старого фотографического снимка. Лес, 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 лес. Шесть. Семь, восемь. Звук слабо бьется в темное, словно закрашенное стекло. Удаляющийся, гаснущий голос. Главное — ничего не делать, не шевелиться. Это главное условие. Главное условие чего? Не думать. Все будет само, все сделается само. Все устроится, когда ничего не будет, тогда будет все. Девять, десять.
«Стоп!» — крикнет судья, грохнет взрыв, и вихрь всем черным океаном неба хлынет в пробоины моего тела. Время, цепляясь за обломки моей скорлупы, вступит в яростную агонию. Вихрь и огонь будут пожирать друг друга, круша стены аорты, гулкие коридоры сосудов, глазное дно, балки костей, с хрустом сминая опорный хребет, сметая как накипь крышу, а я останусь по другую сторону век, не зная еще, проснусь ли наконец там, где покой несменяемо вечен. Ну, даже если он снова в который раз приходящий, я буду счастлив, отчаянно счастлив, блаженство, 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 не шевелясь.